Всем привет, с вами OldGamer опять. Джакс, ты чё тут? Кого ты там увидел? Мухи, блин, костер. Да кая мы тут в нашей базе. Так, ну чё, пойдем мы что-нибудь, блин, походим где-нибудь, куда-нибудь. Не знаю, куда. Куда угодно. О, вот сюда вот. Да мы тут уже ходили в этих краях. Что у нас тут осталось? 3 очка ни туды, ни сюды. Но все равно я хочу прокачать стойкость до 70. Тогда мы щит улучшим и характеристику броню. Ну, пока пойдем погуляем. Что тут мы прочитали? Синька какая-то. Ерунда. Отчет директоров. Что-то там какая-то херня. Все надо будет продать нахер. Так, ладно. Пошли гулять. Можно, конечно, там. Надо куда-нибудь переместиться поближе, где тут какие-нибудь интересные места есть. Вот это что у нас тут? В трех соснах. А, понятно. Во, слушай. Пошли вот сюда, долину проклятых пошерстим. Не ходили тут давно. Пойдем. Отлично. Сейчас вот сюда сходим, сюда сходим. Сюда сходим. Все, погнали. За славой. О, блядь. Только пришли, уже тут какая-то хрень, блин. Мы ж тут всех перебили, твою мать. Кто тут рычит, блин? Ты что ли? Да на тебе, идти. Сучары. Ну и мясом догонимся. Смотри, тут слизи змей. А, это мы уже обобрали, да? Мы уже тут все прошли. Пещера, там был здоровый какой-то босс. Ой, слушай, там тоже кто-то сидит, блин. А, ну, проклятые. Ну и чего ты, блин, на нас вылупился? Тебе, да еще, вот так вот, блин. Вот этому здоровый, слушай. У-у-у, блин, офигеть. Тролля-то мы с тобой ухерачили. Странники. А, Кая, ты опять застряла? Сейчас. О, отпустила. А то тебя от этих ударов, блин,
Смотри, а тут края-то интересные. Я же забыл, насколько здесь опасно. Кто-то посрать сел, а его тролль раздавил. Вот неудача-то. И что тут за музон такой, блин? Или это у меня в голове уже? Сука! Не успел я. О, наконец-таки я достиг 25 уровня, блин. Так. Возвращаемся срочно. Кедрень, тут потом походим. Мы теперь можем это. Ну, во-первых. Мы повысим нашу стойкость. Вот так вот. Очко обучения. Но это мы сейчас один на броню кинем. А, не, на броню мы ни хера не кинем. Это здесь сила парирования. Да, 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 да. На силу парирования мы и... И захерачим. А чтобы оружие ближнего боя, силу 85 надо, ловкость 55. Охереть, блин. Ладно. Пошли. У нас же 25 уровень. Все, да. Погнали. Прям к Рагнару. Да, 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 да. Туда мы всегда успеем. Они гудят. Они бы так гудели бы до того, как. Так, сохранимся. Очень удачно мы там сходили. Тролля завалили. Так, паладин. Ну, теперь можно поговорить о повышении. Да. Ангрим вручается за меня. Да. Это говорит о том, что я честный гражданин, да. Да, ты знаешь, что на него было нелегко произвести впечатление, да. Ну, готов ты меня сделать паладином? Да. Да, все ручаются за тебя. Будешь теперь паладином. Да, очень примерный мальчик. Надо тебя как-то наградить. Да, я тебя провозглашаю паладином. Вот так вот. Носи звание это. В имя скитальца. Помогай нам, все такое, задачи берсерков. Да. Возьми свой новый доспех. Все начинается новая жизнь. Что, сейчас, блин, опять меня зарядят? Оставь этот город, покажи людям, что такое истинный берсерк. Мы гордимся тобой. Ого! Магический ядовитый кулак получен. Так, название, новое название. Паладин, блин, да. Ничего не нужно? Блин, все верно, сейчас не время. О, блин, понятно. Я теперь паладин, это, конечно, круто, блин. Вот тот сейчас меня зарядит за доспех паладина, блин, 1020. У меня столько денег-то нет. Придется идти зарабатывать их. Ну, будет цель в жизни.
technology will get you into trouble here. Я ж так и не решил-то, куда очко потратить-то, блин. Ну это фигня. Ну сюда, ну у меня тут еще пока тоже. Тут мне тоже боевая подготовка, конечно, хорошо. Наверное, вот сюда надо будет талант выживать, блять. Ну сначала мы дойдем там. У нас там два бонуса, сразу щит. А, кузнецу-то. Сразу щит повысим. И искусство парирования. Поэтому пока не тратим. Денег-то у меня не так-то много. Че у меня денег-то? Ну, 7 тысяч. На доспех воина не хватало. А уж на паладинский, блин, тем более, тут 1020 будет стоить. Офигеешь, блин, тут. Я даже не знаю, где тут заработать. Уже там... Заданий столько нет. Эй! So, you become a paladin? Да, стал паладином. Спасибо. Гони мне, блин, даже. Не дешево. Да. Я так и понял. Pick your armor, choose your weapon, we can trade. Да, недешево, блин. Поцелуй смерти. А, ну это... О, меч воина 3, блин, это... Больше. Для этого надо ловкость это прохерачить. До 61. Ага, и стоит он хер знает сколько. Ну, в принципе, можно, конечно, самому прокачать. Надо будет подумать, ладно. Шлем полный. Ни хера, тут один шлем стоит это. Броня, ну я так и говорил. Девятнадцать тысяч. Охренеть. Штаны вождя. Да, дружок, мне тут, блин, тебе до хера надо что еще продать, чтобы купить, блин, чего-то. Твою ж мать. Ловкость, но тут до хера тоже еще. Может, потом. Ладно, будем собирать, что делать. Возьму пока что могу, а потом... Возьму шлем паладина.
мать его, идти. Ну, шлем воина продам. Это тоже продам. Все лишнее нахер надо продавать. А то я так никогда не наберу, блин. О, пироманьяк, на. Это не отдам. Это пусть пока будет. Так, тут по два рецепта. Вот еще есть инструкция по изготовлению чего-то тут. Все. И на этот у меня не хватает. На штаны вождя. А. Ну ладно, не все сразу. Take that tick to the pit. It should be disposed of. Ну, тот был покруче. Ну ладно. Продолжить. Я-то думал тут сейчас, блин, мне тут. Ну, что я думал? Я, в принципе, то же самое и думал. Ничего не нового не придумал. Пошли. Долину проклятых туда и пошли дальше тут лазить, зарабатывать себе. Ой, а что у нас здесь? А, это тут магический ядовитый кулак. Он мне этот-то не нужен. А, очки обучения. Слушай, надо чему-то обучиться, блин. А что я могу? Я ничего не могу обучиться. Трофей охотника. Если поднять интеллект до 35, это всего на 8, то можно трофей охотника. Это нам даст больше денег. Точно? Точно. Тогда интеллект и повысим. О! Да, сейчас тут еще 5 штук. Это там 3 эликсовых зелья. Сделать это. И будет нормально. А, кстати, о птичках. Могу ли я? Вот здесь вот. А, не хватает у меня. Маловато будет. Ладно. Пойдем. Так, план тогда у нас такой. Сейчас мы летим туда, в долину проклятых. Да.
Опять эти? Да, подожди ты поскорее, мы уже тут были. Пойдем. Сейчас мы маленько это... денег насобираем. Купим эликсы, сделаем эликсовые зелья. Прокачаем интеллект. Вот так вот. Это куда у нас ведет там? Туда нам не надо, нам надо правее. Трофей охотника. Трофей охотника, потому что дичи много. Они нам будут давать... Озы, тут какие-то, блин, заборы. Только тут все отравлено. Нехер там лазить. Подожди. Поглядели, поглядели, все, пошли дальше. Вот, это дорога у нас туда, куда надо, да. Потом будем собирать. На тебе, козел. И опять тролль. А нам туда надо? Надо, да. Ну, сохраним игру, тролль. Это тебе, блин, не хер собачий. Тролли. Тролливали. Завалили, мы даже не сильно-то и пострадали. Все, за тролль это 200 баксов дают, в смысле 200 очков. Как-то даже неинтересно. Наверняка это кто-то недобрый. Странник. Какие-то странные странники. Странные странники, странные... Ладно. А
А, слушай, мне, наверное, надо уже с этим заниматься, слушай. Ну я же хотел же... Блять, еще один. Да что ж вы тут ходите, что ли? Be careful. А это еще кто такой? Ночер. Ну теперь-то Ночер, да. Конечно, не за что. Уже тут травками уже не уделаешься. Ну, сейчас в пустыню надо идти. Там, блин, тварей каких хочешь. О, смотри. Я вижу этот. All that technology, and yet they built such ugly buildings. Да не говори. Позабытые скалы. Ну давай полазим, посмотрим, что тут есть. О, все что-то валяется полезное. О, Эликс, видишь? Много чего интересного. Так. Тут давай поглядим. А свечки кто понаставил? Монстры, что ли? О, смотри, тут на второй этаж даже это. Что тут даже рычит? Шкура, давай сюда. Пригодятся. Ладно. О, смотри. Эликс, это хорошо. Я так думаю, там наверху какая-то тварь сидит. Странники тут всякие. Радио, что ли, они тут слушают? Нифига себе. Где тут радио играет? Надо, блядь, срочно его выключить. Офигеть. Зараза. Не вижу, блин. Зараза, 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 зараза. Вон она. О, блядь. Рецепт. Кольца могущества. Нахера я сел в кресло? Ой, блядь, чуть не упал. Ядрен батон.
забраться и все такое. Вот чем хорошо, когда ты сильный мужик с топором. Тебе не надо никуда забираться. Как раз плохо, когда кто-нибудь забирается. А вот если ты стрелок, то тебе, конечно, в таких ситуациях надо сразу куда-то бежать, залезть, чтобы тебя вот такие мужики с топорами, блин, не изрубили в капусту. Так, понятно. Значит, и странники, они такие, блин, какие-то странные. Что-то тут херачат. Что тут, блин? О! Ящерица. Ящерицу, что ли? Завалю. О! Что мы тут еще? О, тут домов-то много. Вон, слышь, там урчат. Уже не урчит. Я думал, кто-то бензопилу заводит. Ты же ее захерачила. Да. Записки секретаря. Вот что здесь хорошо, Алексей. Придумали, так это с этими ранцами. Так, что я тут все облазил здание? Да что тут поразительного-то, блин? Ничего тут поразительного нет. Давай вон туда сходим, просто. Вот тут еще здание, оттуда вылез этот ночер долбанный. А сколько у меня уже силушка? 64,6, 30 штук надо. Эликса надо мне. Ну-ка. Где там про рецепты написано? Ой, я какой-то новый, что ли, нашел? А, кольца могущества, и чё он? Не, моя самая лучшая. А, 4. Ну, я помню, 4, да. Что тут есть? Ни хера тут нету. О, мало зелья маны. Так, всякая хренотень. Так, слушай, ну давай еще это, знаешь, что думаю я, Кая? Сейчас мы с тобой нахер вернемся в нашу, на нашу базу. Что-то мне надоело так ходить без цели. Бесцельная жизнь, она неинтересна. Совершенно, блин.
Вернем, ну сейчас вот это уж облазим тут это. Вот. Купим эликса. Сделаем эликсовое питье. Прокачаем нашу охоту. Охотничьи навыки, да? Куда это я? А, ну я отсюда и пришел, да. Ничего не нашел. Так, погнали. И отправимся выполнять задание по поиску того, блин, хрена. С чем мы тут, блин, болтаемся? Когда мы там на этот доспех паладина заработаем? Неизвестно. Тут еще, блин... А просто так ходить как-то... Ну, можно этому искать. Кто его там ищет? Да хер их найдешь. Конечно, там где угодно. Где там наш торговец? Эй! Торговец! О, как раз вечер надо будет это, поспать. Да, что у тебя на продажу? Yes, of course. Давай свой эликс. Самогон-то у меня есть? Есть. Сырой эликс. Вот так вот. А мы тебе можем что-нибудь продать? Мы тебе тоже что-нибудь можем продать. Да хрена что можем. Ну это уж там потом подумаем. Маны всякие, листья, усики, блин, чего только нет. На тебя шкуру. Надо? Пластинки, зубы, когти, кости, хлам, электронный. Аптечка. На сигаретах больше всего денег делаю. Находишь, особенно когда блок найдешь. О! Погоди-ка, друг. Так, сохраним прокачка. Так. Вот так вот. Что мы тут глотаем, блин? Эликс. Выпили. Молодцы. Так, а что нам надо? Я забыл, блин. Нам же ж... Не-не-не-не. Ага. Трофей охотника. А, интеллект на 5. 5 единиц интеллекта.
О, блин, не хватает еще два. А, она по два, о, блядь. Сука, ладно. Мы сейчас еще купим. Давай, у тебя всегда полно. На склад сходил-то, надеюсь. О, отлично, пошли еще. Еще разок. Молодец. Во, все, хватит. Теперь трофей охотника мы можем захерачить. Все, давай. Учи наш. Нас. О. Вот так вот. Замечательно. Все, идем спать. А с утра отправляемся. Мы там ничего, никаких не можем лекарств сделать. Пока спать не пошли. О, маленькое целебное зелье можем. Не можем. Крепкое. О, можем. Надо венца будет купить, ну-ка. Давай. Впереди бои большие, так что. Вина давай. What goods have you got? Yes, of course. Штук 30 бутылок хватит. Ууу. Ты что там косишь лиловым глазом? Зеленым. Опять все извел, блин. Так, давай еще вина. Еще 30 бутылок, давай, хер с ним. Задолбался я тут уже, блин, покупать эти вина, блин, туда-сюда. Потом еще сделать. Сейчас посплю, утром отправимся. А, погодь, надо ж, может быть, что-нибудь я могу сделать тут.
Стейк могу. Стейков наделать 25 штук. О! Вот это я молодец. Блюдо из мяса мокрицы, смотри. О, где-то я столько набрал, блин, мясом. Здесь стейков куча. О, отлично. Все, где-то мы ходим тут. Пошли спать, Кая. Так, нечего тут крысам ходить. Че это мы тут не можем задерживаться? Тут у нас все. Картина висит, маки, видишь? Плитка тут. Ой. Поспим до утра. О, вот это другое дело. With everything that's going on, да. You forget how beautiful it really is here. Да, легко забыть обо всем. Это точно. Так, все. Кай, отправляемся нахрен по делам. К чертовой матери, надоело мне тут, блин, ходить. Мне делать нечего. И этому Кая еще пока этого ловят, ну и пусть ловят. Терпение. Понятно, старик. Вот. И где он у нас там? Вот, от телепорта с этого очень недалеко. С дамбы. Раз, раз, раз и там. Пошли. Да. О, видишь, как хорошо. Теперь тут клирики ходят. Да, цивилизация, все такое. О, посмотрим, что... Где ты пищишь? Так, ну-ка, змей. Ну-ка покажи, что у тебя там есть. С новыми навыками, может быть, мы взяли. Куда ты машешь-то, блин? Возможно, больше бы стало пластинок. Keep it close. Fight together. О, ко мне шип. Коготь, зубы, пластинки. Нам сюда? Ну да, по этой тропе. Этот там, небось, наверху он там. Пока вот сейчас направо, потом там налево где-то. О, блин. Тут там рычит. Кая, это, по-моему, ночер. Как-то мы его, блин, захерачили быстро. Он, наверное, раненый был.
ко мне шипами дрался тут. Ну да, они его измочалили. Еще и шакал тут. А то я думаю, что-то моего как-то хрясь и все, и готов. Слышь, какая дорога опасная. Раньше времени сюда суваться и нечего было. Ну, мы сейчас-то мы, в принципе, не раньше времени. Опять кто-то рыкает, блин. Она где-то внизу. О! Товарищи! Вы кто? Громила Джекса. О, Джексон! Come and rest at our farm. А, как-то ты очень ласково тут. What is this place? Are you mining minerals here? Минералы добываете, да? You could say that. Да, можно сказать так, в очень широком смысле слова, да. Are you in charge around here? И ты тут самый главный? Leadership. Who is in charge? Да, трудно определить, кто там самый главный. Это вопрос философский. Are you looking for something specific? Ты что-то конкретное ищешь это в этих местах? А вы-то тут что делаете? What exactly are you all doing here? Everything necessary to survive in this harsh. Ну, нам тут хорошо, у нас тут все есть. I suppose I should ask you. А, должен я признать, а тебе какое дело до наших дел? А разве тут не опасно? Dangerous up here. There's certainly enough. Опасно, чтобы не расслабляться. Ну, пока справляемся. Although that said, кстати, один из моих людей недавно пропал. Ушел. По нужде и пропал. И вот уже несколько дней не возвращается. Веревку, наверное, сожрал. Ничего не слышно о нем. Или мы начали волноваться. Да, и как зовут того, кто у вас пропал? Его зовут Рэй. На первый взгляд дурак дураком, но вообще-то он тертый калач. А, понятно. Ты бы запомнил, если повстречался. А, любит слушать свой голос. Понятно. Рэй пользуется популярностью, да. Да. А, так ты о нем слышал, да? Ты не первый, кто его ищет, я таких уже встречал. А, он ли в неприятности? Да, понятно, почему он пропал. Как же он натворил? Не знаешь, я бы хотел найти раньше, чем все что-то произойдет. Рэй объявлен в розыск, да. Нет, Рэй, конечно, не ягненок, так что я не удивлен, что он опять во что-то вляпался. Кончай притворяться, ты же знаешь, за что была назначена награда. Ладно, знаю, конечно. А тебе какое дело? Ты отдашь мне контракт. Рэй был в моей банде, и я считаю, что награду за него должен получить я. Ах, так это Джексон, понятно. В конце концов, я же его давно ищу, и тебе беспокойся, я просто хочу убедиться, что с ним все будет в порядке. Тебе нет дела до Рэя. Ты хочешь получить вознаграждение, так же кончай болтать и отдай мне контракт. Ты бы лучше подумал, что ты тут один с нами совсем, ну... Ну, если ты мне не отдашь, я его готов буду с силой забрать. Да. Охренеть. Да, не терпится посмотреть, как ты это сделаешь. Я понимаю, что все скажется на развитие сюжета и так далее. Ясное дело. В курсах. Да, вот так вот встречаешь тут народ где-то.
Рецептик прилива сил, понятно. Дымом каким-то попахивает. Так, и где мы тут находимся? Ага. Надо продолжать свой путь. Я тут сам запутался. О, кабаница. Жопа такой. Где ты там хрюкаешь, а? Вон у вас там целая куча, блин, хрюкальников. Поцарапал, блин. Ну и ладно, ничего страшного. Так, и что у нас тут дальше? Тишина в горах. Птички поют. А чё, местность хорошая. Мне тут нравится. Что-то у нас тут так рычит. А, тут ящерки. Я пока дошел, ты уже его убила, блин. Ладно, съем стейк. Так, сейчас будет развилка, надо будет налево. О, он там тоже кто-то резвится. А, ночью резвится. А тут птичка. Вот так вот. Ночер, темная кожа. Да, тут смотри, сколько скексов. Так, возможно, мы тут можем пройти. Не видать. Давай сюда. А, это крыса. О, золотая жила. Давай. Это хорошо. И чё, всё, вот мы тут пролезли, и тут больше ничего нет? Какие-то, блин,
Ничего не вижу. Дай-ка посвечу. А, не, вот, смотри. Извини, дружок. Еще золотая жила, давай. Свет здесь где-то пробивается, ну тут тупик. Тут только крысы да жуки. О, стоп. Просто золотая жила. Ну и ладно. Оп. И еще один золотой слиток, ух ты. Ну, правда, мне столько золота и не надо-то. Но пусть будет. Так, а теперь же нам надо как-то подняться наверх. А мы сейчас прямо пойдем пока. Опять шакал. На этот раз я тебя обошел. О, блин. Офигеть. Так, дорога и там тоннель. Ну, полетели. Вот так вот. Это же мы туда, куда надо. Туннель. Может быть, это и не тот туннель. Ну, сейчас посмотрим. Not good. Not good at all. Да ладно тебе. Пойдем поглядим тут. А, вон они. Попали. Подожди, двух шакалов испугалось. Я понимаю, там пару троллей уже... Молот Калаана. Калаан, это что, божественный молот, что ли? Сундук. Все берем. Монетки старые. Так, ну тут все завалено. Завалено, завалено. Здесь еще. А, это поговорить с Каей. Мы разговаривать с ней не хотим. О! Обычный молот Калаана. Я думал, там что-то такое необычное. Офигеть. Ну давай мы так сейчас пройдем, мы, конечно, туда можем это.
Вот дорога тут. О, смотри, вот эти тут блестяшки. О, погоди, в тылу нельзя оставлять тут всяких этих ящеров. Да, ящер мертв. Скорее мертв, чем жив. Так, пойдем вон тут. Дорога есть, и там дальше тропа идет, смотри. Так что нормально. О, птенчик. Ну вот и все. Кусака. Нашли. Ага, пошли эти ледоклювы. Давайте, давайте. Еще один. Подожди, дай соберу тут. Успеешь ты. Keep close. Fight together. Туповат ты маленько. Во. Да, дорожка требует ремонта. Let's do this. Завалили. Всех завалили. Опа. Скоро попадем в долину к этим. Вот и все. Рычат тут. О, эликс, это полезно. Вяленое мясо, это все хорошо. Патроны для ружья. Так, ну что? Остальное продолжение в следующей серии. Там мы узнаем, что там выяснят наши друзья. Да, Джакс? Снежок чистый, свежий. Все, пока-пока.